Добрый день. Мы с вами находимся на Чистых прудах. Очень значимое место. Все помнят песню Талькова «Чистые пруды». Вот Чистые пруды. Это Чистопрудный бульвар, Чистые пруды. Здесь обычно бывают лебеди, но что-то сегодня их нет. Не знаю почему. Но почему-то их нет. Зато есть кораблик. Какой-то вон стоит. Здесь театр «Современник». Здесь тоже проходит фестиваль «Времена и эпохи». Наверное, это в рамках этого фестиваля здесь костюмированные какие-то. А может быть и нет. Театр «Современник». На Чистых прудах находится. Да, здесь тоже проходит фестиваль «Времена и эпохи». Я не знаю, где здесь эпоха, здесь что-то такое морское. Морские узлы вяжут. И хвостик сюда. Вот, все, стоп. Теперь хвостик. И застегивай вот этой веревочкой. Все. Молодец, умница. Ничего не надо тебе. А если вот эту бутылку вяжу, то он заберет. Угу. Если мы захотим специально там сделать, то это мы считаем не встанем. Интересно. Здесь морская тематика. Yeah.
с девчонкой прощалась моряк молодой. Надолго ее покидая, с девчонкой прощалась моряк молодой. Надолго ее покидая, он обнял девчонку, подругу свою. Она, как дитя, зарыдала, два сердца слились, как будто в одно. И сразу дышать легче стало, два сердца слились, как будто в одно. И сразу дышать легче стало. Ну вот это мы находимся на Чистопрудном бульваре. Один из множества бульваров Москвы. Мы с вами уже, по-моему, практически по всем прошли. Ну, по крайней мере, по большинству бульваров мы с вами прошли. Здесь фонтаны. Такая дама в шляпке идет. Фонтаны. Всякие ларёчки с вкусняшками, И труб, чистые пруды. Фонтаны. Это памятник Абаю Кунанбаеву, казахскому мыслителю. Почему он стоит на Чистых прудах, я не знаю. Здесь тоже проходят времена и эпохи. Ну вот, наверное, на этом я с вами буду прощаться. Здесь далеко находится метро, вон там Чистые пруды, Тургеневская. Я думаю, буду с вами прощаться. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Будем гулять по Москве вместе. Надеюсь, я показала вам что-то интересное. Может быть, чего-то вы не видели, чего-то вы не знали. И кто-то, может быть, приехав в Москву, придет на Тверской бульвар, на Чистопрудный бульвар, на Покровский, Яузский, Гоголевский, Никитский и так далее. Всего доброго вам. До свидания.